Снова же наша старая новая рубрика Dragon Knife. Кто любит, кто хочет новые видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Вот. И это видео будет посвящено свадьбе. Быстренько так-то расскажу. Вот. Свадьба нужна. Почему? Потому что нужна. Но она стоит денежку. Вот. Но все же это стоит того, потому как. Кстати, если у вас есть свадебные камни, не продавайте их, они все же вам потом понадобятся, и очень много. Очень-очень-очень много. Вот, моя супруга игровая. Вот, ну зачем свадебные камни, чтобы качать кольца. Вот, уже пятый уровень у меня, колец 6. Каждое кольцо дает свой плюс. Вот какой. Первое кольцо, вот видите, уже прокачано. Вот, второе кольцо плюс, видите, да, третье, четвертое, вот, и последний, пятый, вот, сколько характеристик прибавляет. Это все плюсики, это все ваш рейтинг, все ваша сила. Вот, а также душевная близость, это тоже, она достигает первого уровня, когда каждое это сердечко будет иметь цифру 20. За что вам также дается большой плюс. Вот такие вот характеристики. Когда у вас и у вашей супруги или супруга будет первый уровень, вы получите вот такую вот надпись «Небесный союз», которое звание дает вам также определенные характеристики. Это вот плюс какой. Видно, да? Вот. Так-то, собственно, и все по свадьбе. Да, все. Маунт. Маунт — это ваш типа зверек. Вот. Вначале вам дается конь серый такой неприятный. Ну и потом вы его раскачиваете при помощи кнута тренировки маунта. Это поначалу кажется легко, но потом, когда у вас уже будет какой-то там, вот, например, ну, темные крылья — это еще полбеды. Например, гипокриф, чтобы качнуть его до фигаса, это пипец, как много времени нужно. И этих кнутов тренировки. Я потратил примерно месяц, если не ошибаюсь. Может меньше, может больше. Не знаю. Вот, первый — это боевой конь. Ну, он типа характеристики прибавляет, но так себе. То есть все время на нем ездить не будет. Вот, потом волк. Вот уже видно, если навести плюс магическая атака, максимальное здоровье, вот и так далее. Потом белый тигр будет тоже плюс. Эти все характеристики, по сути, сохраняются, так же, как и боевой рейтинг вот этих маунтов. То есть, если вы их уже прокачали, вам плюс. Вот. Этот вот маунт нужен для входа в третью башню. Башню отряда, то есть сначала есть две первых. Мы их называем башня, первая, вторая, третья, пятая и так дальше. Вот, вы называйте, как хотите. Вот, это для входа в третью башню, там будете сражаться с драконом в полете. Вот. Без этого маунта вы в эту башню не зайдете. Ну, вроде бы не тяжело прокачать там, до 60 уровня, 60, думаю, все прокачают. Вот, потом гипокриф, вот такой вот гриф, лев. Лавано или что-то такое. Вот. И потом уже пегас. Также вы сможете сразу качнуть буквально за 2 дня Цербера, насобирав 200 осколков. И если сделаете первое пополнение, кристальный скорпион. Вот. Все характеристики маунта суммируются. Вот видите, физическая атака плюс уже сколько. Потом магическая атака, ФП и так далее. Вот, это что касается маунтов. Маунтов — это тоже нужные штуки. Или как их там. Вот.